Наша землячка-орловчанка Мария Харитонова, принимавшая участие в шоу «Голос», активно снимается в новой телевизионной программе «Новая звезда». Это просто безумное какое-то путешествие, очередное в моей жизни, потому что совершенно непредсказуемо, совершенно вот так вот оно хоп, и пришло, и я прям рада безумно, потому что это море талантов, это, конечно, какой-то опыт огромный очередной и куча всяких разных эмоций. Старшего сержанта в неведомственной охраной МВД подтолкнуло к участию в этом проекте «Управление культуры». Мне позвонили с нашего управления культуры, сказали: Маша, есть конкурс, пришло положение, давай попробуем. Мы попробовали, и получилось. Отослали заявку, нас отобрали и пригласили для съемок. Мария уже прошла отборочный тур. Шоу с ее участием зритель увидит на телеканале «Звезда» уже в конце этого месяца. Новый проект для Марии значит гораздо больше, чем шоу на Первом канале. Маша не раскрывает секрет, какую песню она будет исполнять, чтобы сохранить интригу до начала выступления. Не хочется прям, чтобы победить обязательно, я не иду туда за победой. Мне хочется попасть в финал для того, чтобы выступить на большом гала-концерте 8 мая, посвященном моему самому любимому празднику, наверное, в этой жизни, это День Победы.